Я-то, в принципе, уже так неплохо накосил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 21. Две сошло. Сейчас. Еще три надо. Еще штучки три, наверное, сошло. Сейчас думаю зарядить удочку. Давайте ли она прицепить. Попробовать. Работка где-то рядом. Ага, вот он. Что-то с утра там клевали. Сейчас переходит сюда, ближе к середине реки. Сходим в гости. Там вон в желтой палатке фиштуловской сидят пацаны с нашего братства Бро Салихард. Группа братства рыболовов и охотников Салихард. Сейчас сходим, посмотрим, проведаем их. Целый палаточный городок. Бурят. Все, попали на YouTube. Да, ну, одну оборвал железу, ну леску, поменял катушку. Да, так, пойдем прогуляемся, посмотришь, хоть как рыбачат люди. Ну, у меня таких там штук 13 лежит. Там, кстати, редко когда за запором. Да ладно. Почему? Я с 25 января, вот ролики у меня. Только у меня мужики есть. Я здесь ловил, а они там ни пузина, ни щука. Пузина нету там, а щука там. Щука там постоянно. Последний раз, когда ты был. Щука там постоянно, потому что там запор, а в нем рыба. И она там трется вот в этих мешках, рядом с этими мешками. Пыжика нету, да, щука там постоянно есть. Я вот 25 января туда попал, на то место, и после этого еще два или три раза поездил. И это именно на одно и то же место. А, ты на улице? Да. Прогуляемся, посмотреть. Пойдем прогуляемся. Вот, вот, 5,5 я взвешивал. Вот, 5 штук поставил, не хватает. Ну не знаю, наверное, это. Не буду оставаться я на воскресенье еще.
Ну, потому что рыбу-то видишь, вообще нету, не ловится нифига. Но здесь рыбы нет. Чего туда сходился в гости? Люди все на улицу повылазили. Не клюет ничего ни у кого. Наверное, я так думаю, тоже я не буду оставаться на ночь. Рыбки хватит мне. Короче, и котлеты, и икра. Все будет. Вернее, все есть. Котлеты будут. Икра уже есть. Вешаем. Сколько она у нас? 6800. Почти 7 килограмм. Пацаны, девчонки, подписчики и гости, все ставьте лайк. Пойдем взвешивать. Ух, какая. Мамонт. Или папонт. Эй, падает. Не, наверное, мамонт. Потому что и длина. Брюхо, смотрите, какое. Так.
у нас изменчик наш. Восемь с половиной, друзья, это точно заслуживает лайка. Я не говорю вот про эту семеру. Шесть 800 и 8,5. Вот это уже серьезно. Не, ну рыбы нету. Вообще не ловится рыба. Что-то как-то странно. Вроде и солнышко, погодка. О. А рыба-то не ловится. Хорошо, у меня лунки такие маленькие, на 150. Еле-еле пролазит мальки такие. Фух. Ну, рыбалка удалась. Я прямо, у меня аж адреналин такой прям, ух. Эх, что бы сделать-то? Пойти, наверное, живца надо сидеть. Да, одна и та же. Только зайду в палатку. Лег, чтобы спина маленько отдохнула. И тут звал. Все позаметало.
что, друзья, время час, 21 марта. Потихоньку я, короче, собираюсь, потому что заметает следы. Сейчас, если все уедут, а буранку заметет, то я вот с этими розвольнями не вылезу отсюда. Поэтому я поеду со всей толпой. Ну и как бы рыбки уже наловил, он ее даже заносит уже. Рыбы, короче, нету. Вот утром вот это вот я взвешивал. 5,5 было. Рядышком вот тоже такая же лежит. По бокам вернее. Вот это вот 6,800 и 8,5. Что, буду, наверное, сворачиваться потихоньку, собирать вещи, упаковываться, жерлицы собрать надо сейчас. И потихоньку буду трогаться домой. Жене звонил, сказал, говорю, на 8,5 килограмм жирное, говорю, икры там тазик целый. Опа. А она говорит, о, это, говорит, для меня. Что, достанем? Нет, еще одна. Шла. Пусть постоит, сейчас пока еще буду собирать. Снегоходчики мотаются тут. Вон мужичок тоже достал какую-то щучку. Собрал, сейчас провода соберу, раскривушку, продукты, короче, потихоньку на улицу все таскаю, что в кофр сложу, а что в сани, то сбоку здесь это положу. Ну, я думаю, что рыбалка все-таки сегодня удалась. Не зря я думал, что ехать за щукой, а не за пожжином. Худо-бедно мы тут это котлеток так на 5 наловили. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ставьте лайки, комментируйте, советуйте. Может, кто-то что-то посоветует. Всегда общаюсь, всегда отвечаю на все комментарии. Все. Всем ни хвоста, ни чешуи. До свидания. До следующей рыбалки. Друзья мои, небольшое дополнение к этому ролику. Вот, короче, увязываюсь я, палаточку собрал.